Артем, что можно сказать по сегодняшнему матчу? Как прокомментировать игру? ЧД потише сделал. Как прокомментировать сегодняшнюю игру? Как прокомментирую? Да, да, да. Да ничего, все молодчики, собрали 2 очка. Ну, вот. Игры так называются большие. Ну, вот. Все красавцы. Второй период проиграли по броскам 0-25, если я ошибаюсь. Ну да. Что это было? Ну ничего хорошего на самом деле, что тут комментировать. Проиграли, да, но главное, что перестроились потом в третьем периоде. Что вот третий период, тренерский штаб говорил вам, как есть лучше? Ну сказал то, что да, то, что так нельзя второй период играть. Ну, вот. Мы завелись и сыграли третий период на победу.